Здравствуйте, ребята. Привет. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста. Меня зовут Анастасия. Я Александр. Территориально откуда? Самара. Самара. А профессиональная сфера деятельности? Тоже Самара. Самарцы профессиональные. Абсолютно. Скажите, пожалуйста, ребята, как вы прокомментируете тот факт, что стоматолог Илья из Санкт-Петербурга сегодня поддержал рублем краудфандинговый проект «Уроки жонглирования булыжниками в Иране»? Ну, круто. Мы рады. Не, я считаю, что стоматолог, но он на то и стоматолог, чтобы такие вещи совершать. То есть такие широкие жесты? Да. Он же в душе-то он шальной. Скажите, пожалуйста, какую пользу Ирану принесет его поступок? А что он там сделал? Он поддержал рублем, то есть деньги дал на осуществление краудфандингового проекта «Уроки жонглирования булыжниками в Иране». Отлично. Я считаю, что это отвлечет их от их ядерной программы. Да, они все будут булыжниками. Мир во всем мире. Будет мир во всем мире. Замечательно. Скажите, пожалуйста, а как вы оцениваете тот факт, что журналисты телеканала Life News решили оказать информационную поддержку краудфандинговому проекту «Уроки жонглирования булыжниками в Иране»? Отвечать будет Анастасия. Ну... То есть в ближайшем будущем, можно сказать, даже уже конкретно завтра в 16:00, вся страна через ресурсы, доступные и подконтрольные телеканалу Live 78, Live News, узнает о том, что стартовал краудфандинговый проект «Уроки жонглирования булыжниками в Иране». И каждый житель Российской Федерации сможет сделать свой взнос. Я считаю, это хорошо отразится на федерации скороговорок Российской Федерации про краудфандинговую кампанию. Про Кронштадт и что там вы еще говорили. То есть вы считаете, что речевые навыки россиян улучшатся? Безусловно. И это поможет в дальнейшем в коммуникациях сложных? В том числе и с людьми из Ирана? Особенно с ними, потому что у них язык такая, речь у них очень тяжелая, много шипящих, согласных. Вы изучали фарси? Нет. Ну, вы смотрели много иранских фильмов, может быть? Ага. Ну, смотрите, спасибо вам большое, ребята. А теперь я хотел бы задать последний вопрос. Хотели бы вы увидеть чудесное жонглирование булыжниками по-петербургски в абсолютно безопасной для вас форме? Конечно. Если мы даже готовы взносы на это внести. Людей камнями не кидайся, жонглируй ими, развивайся. В небо булыжник летит, пущенный верной рукой, вот и другой прямо вслед. Третий стремится за ним. Иран, погляди, как прекрасно, на время забудь обо всем ты. И начинай за жонглером, пытливо глядят и учения. Воздух, бросание камней, путь к вечной мудрости предков. Кош там шепеше, шепеш коше, шеш паре. Кош там шепеше, шепеш коше, шеш паре. Кош там шепеше, шепеш коше, шеш паре. Санге куха дорого раз, таке даш раз, раз за раз. Шиш сих кебаб сих шиш хезар. Шиш сих кебаб сих шиш хезар. Шиш сих кебаб сих шиш хезар. Си сян 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 гэ. Бай мау фу лю шуэй. Бо чан бо цин бо. Чуан цан мин юэ куан. И ши ди шан шуан. Сю ту ван мин юэ. Ти тоу си ку сян. Сы-ши-сы-ши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 
Сесе. Так, ребята, вот только что вы увидели чудесное жонглирование булыжниками в абсолютно безопасной для вас форме по-петербургски. Ваши впечатления? Браво, маэстро. Республика растет. Ну окей, давайте подарим людям из Китая этот замечательный снимок с аборигенами. Окей, так, хорошо. А, супер, yes. How. До свидания.
Так, на чем мы остановились? Так, мы остановились на оценке того, что вы сейчас увидели, и пользе того, что вы сейчас увидели для Ирана. Ну, я увидел, во-первых, пользу для Китая. Так, это во-первых. То есть, осуществление краудфандингового проекта «Уроки жонглирования булыжниками в Иране» принесет пользу людям из Китая. И им в том числе. И им в том числе. В принципе. Ага, так. То есть всему человечеству в принципе. Скажите, пожалуйста, готовы ли вы сделать взнос в поддержку этого краудфандингового проекта? Обязательно. Я поддерживаю сложно произносимый проект насчет булыжников и их жонглирования в Иране. Поддержи и ты. Золото. Немного золота пойдет в фонд краудфандингового проекта «Уроки жонглирования булыжниками». Спасибо вам большое, ребята. Снято. Все супер.